Всем привет! Давайте сегодня приготовим плов на скорую руку. Для этого возьмем мясо. Я использую свинину, лучше использовать шейку. Мясо нарежем на кубики. Также нам понадобится лук и морковь. Морковь крупно нарежем. Крупная морковь создает неповторимый вкус плова. Лук нарежем полукольцами. В казане на подсолнечном масле обжарим мясо в течение 20 минут, периодически помешивая. Жарить будем на максимальном огне. Через 10 минут жарки добавим специи. В самом конце добавим соль. Через 20 минут к мясу добавим морковь. Добавим лук. Все перемешаем. И будем тушить на медленном огне в течение 10 минут. Через 10 минут зирвак готов. Сверху высыпем рис. Добавим холодной воды. Уровень воды должен быть на палец выше риса. Закроем крышкой и будем тушить в течение часа. За 5 минут до готовности воткнем в рис зубчики чеснока. Когда плов будет готов, лопаткой перемешаем. Ну что, пришло время пробовать. Я очень люблю плов. Мне нравится этот быстрый рецепт. Плов всегда получается по этому рецепту, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал «Рецепты на выбор», делитесь с друзьями в социальных сетях, нажимайте на колокольчик. Всем пока, до новых встреч!